Даже самый крепкий мороз не страшен, если проводишь время активно и весело. В Химках прошли необычные соревнования. В лесном массиве Старбеева встретились спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Такому азарту и стремлению к победе можно только позавидовать. Спортсмены приняли участие в эстафетах и подвижных играх. За команды болели не только зрители, но и волшебная Снегурочка. Она поздравила присутствующих с наступающими праздниками. В командах царила атмосфера поддержки. Наше новогоднее мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2005 года. Проводим всегда в лесу, на снегу, с украшениями, с чаем. Туристы нам делают чай горячий, сладкие подарки. Дети и взрослые проводят эстафеты снежные. Дед Мороз, Снегурочка всегда присутствует. После активных забегов положена приятная награда – горячий чай со сладостями. В холодную погоду такие угощения кажутся особенно вкусными. Замечательное мероприятие, притом оно ежегодное, и каждый год нас радует, радует вот этим своим зимней сказкой. И даже пенсионеры, по-моему, еще с большим удовольствием кричат: «Дедушка Мороз, Дедушка Мороз!» Прошло все круто. Мы очень рады. Все классно, спасибо. Подобные мероприятия для инвалидов проходят в городском округе Химки регулярно. При содействии губернатора Андрея Воробьева и главы округа Дмитрия Волошина детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям предоставляют обширное количество мер поддержки. Елена Тараненко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.